поляки намерены вернуть Львов, но без украинцев и сепаратистов. Политический эксперт отметил, что Польша может рассмотреть вопрос присоединения Львова, если Украина начнет процесс дезинтеграции. В случае, если Киев все же решится начать процесс дезинтеграции, который, конечно, будет необратимым, польские власти всерьез займутся вопросом взятия Львова под свой контроль. Об этом в беседе с журналистами ФАН заявил глава Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. Таким мнением эксперт поделился, отвечая на вопрос, касательно недавнего заявления вице-консула Польши Марека Запура о Львове. Польский политик во время круглого стола в Равно сообщил, что город является исторической и законной частью Польши. Также Запура отметил, что, если поляки, как заявляет Киев, оккупировали Галичину, то аналогичное обвинение сегодня можно применить и ко Львову, Крыму и Донбассу, захваченным украинскими властями. Корнилов считает, что у Варшавы есть все основания говорить о том, что Львов действительно является польским городом. Если вы приедете во Львов и пройдете по его улицам рано утром, пока еще не слышно речь, то, в общем, вы увидите либо австро-венгерский, либо польский город, но никак не центрально-украинский, отметил эксперт, заметив, что в некоторых местах все еще звучит польская речь. Что касается самих поляков, то практически все они выступают за то, чтобы город перешел под контроль Варшавы. Корнилов считает, что в сегодняшней Польше даже мечтают вернуть Львов, однако нынешних жителей там они видеть не хотят. Но в будущем, если вдруг Украина начнет необратимый процесс дезинтеграции, думаю, и эта опция будет рассматриваться польским политикумом, отметил эксперт. Более того, в городе все чаще появляются сепаратистские настроения. Однако, утверждает Корнилов, их не хватит, чтобы отдать город Польше. Как так большинство из Львова имеют не самую лучшую память о Варшаве и ее действиях в первой половине прошлого века? Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.